Но если вы будете сфокусированы только на методах быстрого поиска клиентов, вы всегда будете находиться в вечной гонке, потому что вам нужно будет постоянно искать клиентов, вы будете делать рассылки, постоянно общаться, постоянно у вас будут там возникать какие-то ситуации, возможно, какие-то негативные, не всем нравятся эти рассылки, да. То есть, по сути, вы будете постоянно в такой гонке, да, поэтому важно действовать и на долгосрочную перспективу. К таким действиям я отношу развитие ваших социальных сетей и личного бренда в целом. То есть долгосрок мы с вами должны развивать наши социальные сети и личный бренд. Какие соцсети рекомендую использовать я? Ну, в первую очередь, это Tenchat. Кто еще не знает, это российская деловая соцсеть. На примере, наподобие LinkedIn, есть такая зарубежная соцсеть деловая. Она у нас в России заблокирована. Соответственно, это аналог наш российский. Tenchat еще развивается, да, хоть он уже и присутствует на рынке, наверное, года два. Он еще продолжает развиваться, обрастать функциями. В нем огромное количество бизнеса сидит, там пишется контент, да, то есть есть лента рекомендаций. Ну, то есть более подробно можете зайти на tenchat.ru, зарегистрироваться и посмотреть, что это за соцсеть. Мы начинаем использовать ее, делаем упаковку профиля, прописываем правильно свое позиционирование на страничке, чтобы когда к вам заходят на нее, могли четко срисовать, чем вы занимаетесь. Спасибо, что смотришь это видео. Я стараюсь в каждый ролик вкладывать много ценной и полезной информации по созданию сайтов, их продаже и работе с клиентами. Но формат YouTube не позволяет в полной мере делиться всем контентом. Поэтому я предлагаю тебе подписаться на мой телеграм-канал, где я даю еще больше полезной информации по созданию сайтов и продажам. Переходи по ссылке под видео, либо сканируй QR-код. Дальше. Мы создаем, если ее нет, да, но я в чем очень сомневаюсь, личную страницу ВКонтакте, либо, если она у вас есть, то мы ее приводим в порядок. Мы ее удаляем, чистим от всякого хлама, от всяких рецептов, котиков, репостов, всякой херни. Мы ее готовим к работе, да, то есть если мы все-таки занимаемся бизнесом, то мы должны все свои соцсети привести в порядок. Если хотите всякую херню собирать, да, с развлекаловым и всякой ерундой, заведите себе еще один аккаунт и делайте это там, да. То есть если мы делаем бизнес, строим личный бренд, то мы все свои соцсети приводим к единому, так сказать, виду. По поводу Tenchat, возможно, у кого-то возникнет вопрос, где он работает. Он работает в России, он работает в Белоруссии. Вроде бы еще какие-то страны они сейчас еще подключают, да, потому что там есть регистрация через номер телефона российский и белорусский. И вроде бы они еще какую-то одну страну, то ли Кыргызстан, то ли еще кого подключили. Но я думаю, что они в ближайшее там время будут подключать все страны СНГ. Вот. Но если есть желание, то можно найти российский номер и зарегистрироваться спокойно. То есть проблем с этим быть не должно. Ну и факультативно это у нас Инстаграм и Телеграм. Инста все-таки, хоть она и заблокирована, там можно искать клиентов, да, там есть люди, там есть пользователи. Ну, это на любителя, да, то есть кто не хочет, может там не искать. И Telegram. Telegram – это мессенджер, но там есть очень много различных тематических чатов, бизнес-чатов, сообществ, где можно искать клиентов. То есть Telegram – это просто must-have, это наш основной мессенджер, в котором мы будем с вами работать. Ну, в принципе, да, я его использую для работы. Очень удобно организовывать там мульти-чаты для проектов, да, то есть, по сути, один чат у меня на студию, и в этом чате мы создаем комнаты под проекты, под клиентов, и внутри уже обсуждаем всю работу. Это очень удобно, не надо делать сотни чатов, делать это все в рамках одного. Поэтому Telegram – это прям шикарный инструмент для работы. Мы его используем и для работы, и для поиска клиентов тоже, потому что там есть свои инструменты, есть боты, которые ищут тематические чаты, есть, ну, многое что есть, да, и об этом я тоже, кстати, рассказываю, у меня прям есть отдельные видео, как это все делать.